собой не было. У французов у них же вот, слово «берегина» является синонимом полного краха, то есть, то есть пиздец полный. Господа, у нас бережено. Полное. О, прикольно. Они сюда каждый год же приезжают. Когда все переправы. Пытаются переправить. Ну, вот дают данные памяти приезжают. Конструкторы конструируют события колонии, то есть с кавалерией, с пушками, там, там баран. Оператор вперёд был главный. Да, это память не наша. Ну, я понимаю. Кстати, копатели до сих пор столько этого всякого поднимают. О, валок, пуговиц, монет, блин. У меня товарищ реформист 1812 года, у него мундир полностью, все металлические элементы все здесь накопал. И фузии, только деревянные элементы он был отдельно сделал. Кольца, ствол, все механизмы курка, все с тех времен. Помник русским воинам, узельникам битвы РЦ Берегина. В Войчинной войне 1812 года, побудованы в 19-м, разбураны в 1920 годе, обновлены в 92-м. Когда революция была в 20-м? Нет, когда поляки пришли. А, хотя, может, и советы, как империалистическую войну могли вполне. Как бы так, периодически то поляки были, то советы были. То советы, то еще какие-нибудь черти не крещены. Территория переходила из рук в руки весь период бардака, то что творился, вот, начиная с гражданства. А это вот там получается Бережина. Они туда пытались переправиться. Нет, наоборот, там наш. А, ну правильно, Москва что. Не вышло. Здесь уже наши батареи стояли на возвышенности. Ждали. Правильно, на высоте ставят, с высоты бить-то удобно. А, вверх как бы так карабкаться неудобно, особенно когда ты мокрый, замерзший, голодный, с обмороженной ногой. И француз. Относительно недавно. Насколько я помню, начало 2000-х было. Причем подняли его, он, видимо, в воронку упал, его засыпало. То есть, ну, во всем остатке мундирования даже стали, потому что место высокое. Угу. Влаги мало. Угу. Остатки обмундирования, медали там какие-то, вещи личные, винтовка, все в нем было, с ним. То есть он так вот как упал, сложился, так его здесь откопали. Листопад 1812. Да, Элис. Вот что там делает. Одна башня. Она такая, правда, очень плохо сохранившая. Тоже. И поставим башню всех времен, то есть относится к тому типу фортификационных сооружений, которые строились. То есть ставилась каменная башня, вокруг уже начинал настраиваться деревянный укрепрайон такой. То есть если противник преодолевал первую преграду, дрался в деревянную стену. Преодолевал деревянную стену, упирался в башню, в которую уже отступали.
защитники. У нас сейчас с собой припасы и прочее. Ну, как бы каменную башню уже в изморенном состоянии брать. Проблематично, да. Почему именно на возвышенностях? Ну, во-первых, красиво, во-вторых, в удачные годы Березина вот до середины этого поля разбивалась, как деревня там подкапливала. Вот эта вся пойма, она вся бывала под воздухом. Что не уплыло по течению Березины? Каждый год вымывает и там ниже по течению собирают. До сих пор? Наверное, не скоро все будет. До сих пор? Да. Ну прикинь, это 500 000 человек, короче, грубо говоря, здесь полегло. Интересно, сколько же наполеоновской армии было в начале похода, в начале русской кампании народу, что до сюда такая толпа пошла. Но там же не только французы. Там огромное количество было поляков, чехов, короче, всех, кто по пути к ним прицепился. Украинцы там отдельные, гетманы, атаманы и прочие.